Привет, друзья! Сегодня будет немного необычное видео, но я уверен, что оно вам понравится. Так что устраивайтесь поудобнее и поехали! Иногда лучше подождать лишнюю пару секунд, чтобы сэкономить много денег на ремонте автомобиля. Водитель такси потерял последнюю каплю терпения, когда его пьяный пассажир решил выбросить мусор прямо из окна. Мужчина не смог придумать лучшего наказания, чем выкинуть пассажира из машины. Никогда не злите пожарных и людей в форме, иначе вы можете получить хорошее наказание. Когда хочется делать все красиво и правильно, рядом оказывается самый умный, голодный и ловкий парень. Овца хотела продемонстрировать свой непростой характер, но у нее ничего не вышло. Похоже, что кто-то получит хороший урок на будущее. Теперь он знает, что всевозможные шалости и розыгрыши могут плохо кончиться для того, кто их организует. Не нужно наивно полагать, что вы умнее или остроумнее других, даже самых безобидных животных. Как видите, вы можете поплатиться за это пальцем. Вселенная явно хотела преподать урок тому, кто позволяет себе относиться к животным неподобающе. Ну, он получил свой суровый урок. Когда вы думаете о том, чтобы показать себя во всей красе больше, чем о своей безопасности, то другого результата быть просто не может. Как говорится, какой смысл так выпендриваться? Водитель решил испытать свой новый автомобиль на прочность, но уже через несколько секунд понял, что его идея оказалась крайне глупой. Рыбалка может считаться успешной только в том случае, если вам есть что рассказать своей семье и друзьям по возвращении домой. Похоже, что у этой пары была серьезная ссора. Теперь у нас только один вопрос. Кто в конце концов станет владельцами фермы? Делайте ставки. Она просто хотела немного отдохнуть, когда столкнулась с такой неприятностью. После такого случая она обязательно запомнит, что нельзя сидеть где попало. Этот красный мотоцикл явно не хотел расставаться со своим новым другом. Негласный поединок между рыбаком и его потенциальной добычей был явно не в пользу первого. Мы можем наблюдать полное поражение противника. Несомненно, собаки – лучшие друзья человека, однако иногда шутки с ними могут привести к серьезным проблемам. Есть выражение «поступай с другими так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой». Поэтому неудивительно, что этому карманнику пришлось заплатить за свой ужасный поступок. Буквально сразу же. Есть такая поговорка. Кто роет яму другому, тот сам в нее и попадет. Так и этот наглый водитель решил испортить жизнь другому водителю, но в итоге навредил только себе. Никогда не доверяйте обезьянам, никогда не пытайтесь справиться с ними, иначе вы сможете легко потерять доверие и важные для вас вещи. Возможно, величайшее ограбление века может выглядеть именно так, но только если ты такой же неуклюжий, как этот бедняга. Серьезно, нам даже стало немного жаль его, несмотря на столь плохой и недостойный поступок. Когда розыгрыш друга оборачивается против шутника. Если вы все еще не уверены, что карма похожа на бумеранг, то посмотрите-ка эти кадры. Если вы водите большую машину, это не означает, что вы должны быть грубы с другими водителями. Вот почему тестировать беспилотник в помещении – плохая идея, если только вы не планируете переделывать интерьер. Прежде чем решиться на розыгрыш своего друга, вспомните о карме. Этот парень слишком увлекся показухой и уехал в закат. Ну, или в воду. Вот почему это не всегда хорошая идея высовывать голову с открытым ртом из окна.
Водитель этого пикапа подрезал другой автомобиль, но как только он вышел из машины, его догнала полиция. Этот водитель хотел объехать пробку, выехав на обочину, но немного застрял. Эта кошка не подумала о последствиях своего подлого нападения. Дверь автобуса явно не давала согласия на такие выходки. Идеально сделанный выстрел равен минус одному экрану телефона. Эти парни, похоже, не учатся на своих ошибках. Карма решила, что красть цветы – это плохая идея. Этот парень хотел приготовить картофель фри, но что-то пошло не по плану. А здесь что-то пошло не так с трюком этой девушки. Ну а эта девушка, по сути, сделала ловушку для самой себя. Конечно, что могло пойти не так? Этот парень не смог сдержать своего триумфа после победы, о котором он очень скоро пожалел. Эти люди выбрали неудачное место для праздничного торта, и обезьяна это доказала. Вот почему не стоит смеяться над чужим несчастьем. История о человеке и бракованной упаковке туалетной бумаги. Этот парень разозлился на свой скейтборд за неудачный трюк и попытался наказать его, но скейтборд вместо этого преподал ему урок. Очень уверенная в себе женщина-водитель показала другому человеку палец, и карма восприняла это как вызов. Эти пожарные не только потушили пожар, но и отключили свет во всем районе. Но это уже проблемы электриков. Пожар был потушен, работа была выполнена. Что бывает, если соврать в резюме? Сотрудник покинул чат. Что это, сцена из нового «Терминатора»? Нет, это просто крановщик, который не выспался перед сменой и разлил расплавленный алюминий. Очевидно, этот парень любит свою работу. Кто еще любит парковаться неправильно? А чего он вообще ждал? Ну вот, как я и обещал, видео было интересным. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны, и увидимся завтра.